Добрый день, друзья. Меня зовут Газизов Марат, официальный партнер инвестиционной академии Альпари в Санкт-Петербурге. У нас сегодня вторник, 23 мая 2017 года. Поздравляю всех с прошедшим праздником, Днем Пионерии. Я сам в детстве был пионером, чем горжусь. Ну что ж, рабочая неделя началась, события двигаются интересно, развиваются. И, соответственно, есть возможность активно работать в текущей ситуации. Все внимание на экран. Давайте перейдем непосредственно к валютным парам. И, естественно, просьба отметить, как меня видно, как слышно. Все нормально, да, надеюсь. Тут я сделал принтскрин вчерашних сделок. Хотел бы для тех, кто впервые присоединился к моим семинарам, показать главный принцип торговли по моей торговой стратегии, базовый принцип. То есть некоторые сделки я совершал в онлайне, то есть во время вещания своих семинаров. Главная идея в том, чтобы была тенденция, вот для, как бы для людей, кто слушает мои семинары, еще раз наглядно показываю главный принцип торговли. Это когда мы наблюдаем за очевидным движением цены, идет коррекционный откат. Любое снижение вниз против основной тенденции – это коррекция. Желательно, чтобы в этом коррекционном откате была структура коррекционная, либо в виде классической формы коррекции три волны, либо усложненной, как она здесь. Видите, здесь не было структуры, не было трех волн. То есть наличие структуры предполагает формирование такого канала, в котором есть в наличии два элемента. Это импульсное движение и коррекционный откат. Так вот, подобного рода структура называется классическая коррекционная структура. Ну и, соответственно, вход в рынок осуществляется тогда, когда коррекция завершается и возобновляется новый импульс. Но об этом мы как раз сегодня будем говорить более подробно на моих базовых принципах в 3 часа. Покажу этот момент. Ну, для того, чтобы было понятно, о чем я веду свои обзоры, вот такого плана приблизительно мы всегда ждем для того, чтобы совершать торговые операции. Это евро-доллар, пробитие опорной точки. Вот сделка была по евро и по швейцарскому франку, вот то самое, вот предыдущий слайд. И по франку здесь не было структуры коррекционной, по классической. Здесь была коррекционная структура в виде треугольника. И вот замечательная отработка. Вот это вчерашняя сделка во время семинара, 12 часов дня обзор. Был коррекционный откат, была попытка разворота тенденции, но рынок, не воспользовавшись возможностью разворота тенденции, ушла вниз и сформировала фактор разворота коррекционного отката вниз. По пути сформировав вот этот вот разворотный канал вниз. Ну и соответственно, как при сформированном разворотном канале вниз, когда пробивается опорная точка А, Б, С, соответственно, сигнал для входа в рынок. Вот здесь вот продажа. Что, связь пропала, друзья? Связь есть? А, связь есть, надеюсь. Угу. Вот принцип приблизительно отработки этих моделей, структуры. Вот посмотрите, очевидные движения вниз, коррекционный откат без пробития предыдущей вершины. Завершение коррекционного отката с пробитием опорной точки, сигнал для входа в рынок на продажу. Целью этого сигнала обновление предыдущей впадины. Но перед обновлением предыдущей впадины рынок сформировал разворотный канал вниз. Вот еще одна попытка формирования разворотного канала вниз. И посмотрите, в коррекционном откате, который всегда неминуемо наступает в любом тренде, даже самом сильном, вот, был мощный тренд вниз, пробой, но коррекционный откат всегда возникает. Структура, пробой, вход в рынок, в продажу. Вот, собственно говоря, вот это главная идея этой стратегии. Ну, это вчерашняя тоже торговая сделка по евро-доллару. Посмотрите, был коррекционный откат вниз, была попытка ускорения тенденции, она себя реализовала. Но как такового разворота не случилось, при отскоке наверх цена все-таки достигла верхней границы канала. То есть здесь важно что? Если здесь формировался разворот, то при отскоке наверх, по логике вещей, цена, мы не ждали достижения верхней границы канала. И разворот тенденции вниз, ход рынок продажу в расчете на разворот этого движения вниз. Но в связи с тем, что основное движение наверх с пробитием предыдущей вершины состоялось,
Соответственно, данное движение воспринималось как коррекция перед дальнейшим попыткой роста наверх. И вот так оно и получилось. Коррекционный откат в виде классической формы коррекции, зигзаг. Но, к сожалению, вот в этом откате вниз рынок перед подъемом не сформировал разворотный канал наверх. Поэтому вход в рынок, естественно, нужно вставать, осуществлять после пробития опорной точки. Бывают, к сожалению, такие моменты. Ну вот, собственно, все. А теперь перейдем к текущей ситуации, посмотрим, что можно сделать. И... Ой, все, закрыл. Надеюсь, вам понятна логика принятия решений. Вот исходя из этих идей, наблюдаем за текущей ситуацией. Евро-доллар. Посмотрите, пожалуйста, на долгосрочном периоде. Извиняюсь за то, что поздно зашел. То есть, ну вот. Евро-доллар, посмотрите. Процесс ускорения развивается, вы видите, да? И вот этот момент очень важен. Характер падения цены здесь. И я об этом все время как бы предупреждал, что цена может таким же образом улететь наверх. Решается вопрос, либо цена становится без пробития предыдущей вершины, и тогда мы будем ждать возможного разворота тенденции вниз, либо если цена прокалывает линию тренда, то есть предыдущую вершину, пробивает ее, то по всей видимости там будет слабое коррекционное движение, то есть вот, коррекция в виде плоской коррекции, с целью дальнейшего роста наверх. Вот этот момент очень важен. Почему? Потому что в текущем моменте, несмотря на такой бурный подъем, пока цена находится ниже предыдущей вершин, это коррекционное движение. Соответственно, мы ждем либо окончания коррекции и встаем в продажу, либо если цена ломает структуру, то тогда ждем вот именно разворота именно вот этого движения красного канала наверх. И в этой ситуации данная тенденция не завершается, и, возможно, коррекционный подъем будет более высокий вот к этой вершине. Потому что если мы смотрим общую структуру, вы видите, что даже вот в этом движении это всего лишь коррекционный откат. Но характер движения цены здесь будет такой же наверх, как при падении вниз. Косвенным признаком к тому может быть текущее движение здесь, падение, такой же резкий отскок. Пожалуйста, этот момент надо учитывать. То есть интересно развиваются события, поэтому надо бы этот момент как бы удержать и попытаться воспользоваться текущей ситуацией для долгосрочного входа в рынок. И может случиться ситуация, когда движение наверх это будет окончательным движением вот в таком плане, видите, да? Я понимаю, что текущая разметка похожа на бред сумасшедшего, но по японской иене тоже все считали, что это был у меня бред в свое время, полтора года назад. И по рублю. Ну хорошо, пока что текущая ситуация сохраняется, тенденция вниз сохраняется, пробития предыдущей вершины нет. Но похоже сценарий развивается по тому пути, что эта вершина будет пробита. Ну пока этого нету, гадать не будем. Торгуем то, что есть. Дневной график в этом плане очень показательный. Посмотрите, канал, вот он фактор ускорения. Любое снижение вниз, внутрь этого большого сиреневого канала, повод для того, чтобы встать наверх. Здесь вот, вот так вот. Либо, но для такого мощного падения еще нужно выйти из этого маленького восходящего канала. И даже вот в этом маленьком восходящем канале фактор ускорения. Вот он. Поэтому в связи с этим, по всей видимости, если коррекция она и будет, ждем слабую трехволновую структуру, вот такую вот, без пробития, без касания маленького сиреневого канала наверх. И если цена возобновит подъем, то по всей видимости этот уровень не устоит и произойдет его пробитие. Потому что подобного рода коррекционный откат слабый в ускоряющейся тенденции предполагает обновление этой вершины. Но если обновление этой вершины произойдет, наверное, уже произойдет пробитие этой вершины. Это очень интересный момент. Вот, вот такой приблизительный сценарий. Будет он или нет, сказать сложно. Текущее движение цены позитивное, поэтому можно работать и на часовом графике, так как движение, как вы видите, очевидное. Вот посмотрите, коррекционные структуры ускоряющимся в очевидном движении, в очевидной тенденции. Но это вообще классика жанра, как говорится, здесь и классика жанра здесь, посмотрите. Соответственно, только что сейчас тоже был коррекционный откат в виде трех волн, посмотрите, вот он, зигзаг, зигзагообразная коррекция. В этом коррекционном откате рынок не дошел до цели и обновил, пробил опорную точку. Вот он момент для входа в рынок.
Сейчас я вас предупреждаю, почему сейчас нельзя открывать позицию наверх в текущем моменте. Потому что этот сигнал, который я только что отобразил, он себя уже реализовал. Реализовал он пробитием предыдущей вершины. Вот пробитие произошло. Соответственно, теперь мы рассуждаем следующим образом. Ждем опять коррекционную структуру в виде трех волн. Если цена не обновит предыдущую впадину и возобновит подъем, ну тогда опять торгуем вот этот сигнал пробития опорной точки здесь. Ну а в данном случае опорная точка будет вот здесь. Покупаем. Если же цена все-таки в этом движении пробьет это лоу, то тогда коррекция будет более глубокая. Ну тогда понятно, что по всей видимости рынок будет готовиться сделать более глубокий коррекционный откат в рамках вот этой большой тенденции. И в любом случае все равно это будет повод для активных покупок. То есть сейчас прекрасное время для активной торговли, потому что сигналы, как вы видите, да, и отлично себя реализовывают. Это говорит о том, что в данной ситуации, это по всей видимости, идет развитие третьей волны. Я не знаю, в какой разметке, волновики пусть меня поддержат в этом плане. Ну, может быть, это была первая, вторая волна, и вот пошла третья волна. Может быть, где-то на недельном графике здесь вот первая, вторая, третья волна. В третьей волне, вот характер третьей волны имеет вот такой вот. Это говорит о том, что в этой ситуации прекрасно отрабатываются все модели технического анализа. В связи с тем, что даже на часах эти модели себе прекрасно реализовывают, это говорит о том, что, по всей видимости, эта тенденция может продлиться и дальше. Уходим с евро-доллара. Да, краткосрочные пятиминутки тоже можно работать, потому что в них тоже есть структуры, которые прекрасно себе реализовывают. Посмотрите, пожалуйста, вот он. Канал пятиминутный. Сейчас рынок обновил предыдущую вершину. Идет неминуемый коррекционный откат. Здесь уже есть некое подобие структуры. Первая, вторая и третья волна. Значит, сейчас, если хотите торговать прямо сейчас и прям немедленно, то сигнал возникнет тогда, когда цена, не взяв предыдущую впадину, возобновит свой подъем и пробьет опорную точку. Но учтите, друзья, это пятиминутная разметка. Соответственно, цели здесь пятиминутные. Надо этот момент учитывать. Движение вниз пока не рассматриваю до тех пор, пока часовой график, вот эта тенденция, не сформирует разворотный канал вниз. Чтобы было понятно, замедление, выход, формирование второй вершины и формирование разворотного канала. Вот после формирования такого разворотного канала я буду искать возможность продавать. Сейчас такой картины мы не наблюдаем, соответственно, в текущей ситуации, естественно, продавать я не буду. Наоборот, буду искать возможность покупать. Это евро-доллар. Смотрим британский фунт. Британский фунт пытается продолжить тенденцию. Вот фактор ускорения. Фактор ускорения, чтобы вам было понятно, почему здесь называется фактор ускорения. Вот он, разворотный канал синий. И в этом канале, посмотрите, цена вышла из ценового канала и стоит пробойно, не пытаясь корректироваться вниз, для того, чтобы снова возобновить свой подъем наверх. Это называется фактор ускорения, как я ее называю. Тем не менее, вот такое движение вниз, оно вполне возможно. Если цена не достигнет линии поддержки, возобновит свой подъем, то, как правило, эта вершина обновляется. Будет такое событие или нет, сказать сложно. Торговать нужно вот эту тенденцию, которую мы наблюдаем. Вот этот подъем. Это недельный график, открываем дневной график. И посмотрите, вот этот самый канал, вот он. Вот этот тонкий, маленький канал синий. Вот он, канал вот этот синий. В нем идет вся своя особенная жизнь в плане того, что тенденция сохраняется. И посмотрите, последние события, последние двух недель имеют фактор ускорения. Видите, вот здесь вот рынок пытается ускорить подъем наверх. Почему? Цена, корректируясь, не доходит до линии поддержки, обновляет предыдущую вершину. Сегодня, кстати, мы будем говорить на моих базовых принципах, по каким принципам мы смотрим фактор, видим фактор ускорения. Вот. И вот об этом буду как раз я говорить, где здесь можно увидеть ускорение. В данном случае так называемый эффект залипания. Залипание у верхней границы канала восходящей тенденции. Соответственно, коррекция слабо, рынок обновляет вершину. И, соответственно, дальнейшее движение грозит тем, что если это событие сохранится, вот такая картинка, дальнейшее движение наверх приобретет вот такой характер. Вот здесь видите серую зону, то есть характер движения цены наверх будет иметь приблизительно такой же, как вот при падении вниз в этой области. Вот. Такое же движение наверх. Соответственно, принимаем решение любую коррекцию вниз по для того, чтобы встать наверх.
вот он этот канал, вот он фактор ускорения, который обновил предыдущую шину, цена идет наверх, даже в этом канале цена находится в верхней границе. Слабые коррекционные движения, после которых идет обновление вершины. Но сейчас разметка очень сложная, друзья. Видите, идет консолидация. Если верхняя граница канала есть, то есть верхняя граница консолидации, то снизу построить какую-то консолидацию невозможно. Поэтому оставляем горизонтальный уровень. Желательно взять вот именно вот этот уровень. Почему? Потому что, я вам сейчас объясню, в этой ситуации важно то, что рынок после коррекции, вот этой коррекции, сформировал новую вершину, обновив ее. И вот сейчас она находится вот посередине между вершиной и впадиной. Нету ни обновления ни вершины, ни обновления предыдущих впадин. Соответственно, в текущей ситуации сейчас актуальным является именно вот эта консолидация. Вот эта вот верхняя граница, нижняя. Ну и соответственно будем плясать, если цена, не достигнув нижнего вот этого уровня, возобновит свой подъем, естественно, для того, чтобы здесь вот построить вот такой канал. Вот он этот канал. В случае, если цена с текущих уровней обновляет предыдущую вершину. Если же цена отсюда падает вниз и обновляет предыдущую впадину, тогда есть повод построить вот такой нисходящий канал вниз. Ну и соответственно этот канал может сформировать разворот от этого движения вниз для более глубокой просадки. Так что сейчас пока вне рынка по британцу. Смотрим российский рубль. Российский рубль сегодня открылся смешанно. Дневной график, посмотрите, второй день находится на низах вот этого падения, консолидации, поэтому пока что никаких особых планов у меня нету. Значит, если разворот, будем говорить о развороте тогда, когда цена с текущих обновит данную вершину. Тогда будем говорить о развороте этой тенденции наверх. Ну и, соответственно, повод для торговли наверх. Если же цена обновляет предыдущую впадину, а сигнал сейчас говорит за то, что скорее мы пойдем еще ниже. Почему? Потому что вот трехволновая структура, произошло пробитие предыдущей вершины, то есть предыдущей впадины, вот этой опорной точки. Это сигнал для продажи. Мало того, если цена отсюда падает ниже предыдущей вот этой маленькой впадины, правильно, вы видите что? Вы увидите вот продолжение тенденции вниз. Вот он, нисходящий канал. Ну и, соответственно, повод для того, чтобы продолжать продажу доллара против российского рубля. Идем дальше, швейцарский франк. В швейцарском франке тенденция стремительно развивается, вот эта тенденция вниз. Была попытка разворота тенденции, она оказалась неудачной. Новый канал, вот эта зона недобоя себя не реализовала, удаляем ее. Тренд сохраняется. И здесь вот посмотрите внимательно, друзья, интересно складывается картинка. В текущей ситуации есть канал наверх, вот он этот канал, вот этот большой канал, который был фактор ускорения. Вот он. Вот если мы берем этот канал, то есть посмотрите, общий канал, вот он, да, после которого была обновлена предыдущая вершина. Соответственно, это движение коррекционное движение. Вот в этом канале. И сейчас решается вопрос, если цена, сформировав вот этот фактор ускорения, в текущей ситуации не достигнет линии поддержки, вот этой, и отсюда возобновит свой подъем наверх, то это будет повод для того, чтобы встать вот этот сигнал, который здесь отображен. Я его не удаляю намеренно. Это повод для того, чтобы покупать с целью обновления этой вершины, так как ускорение. С другой стороны, если же все-таки цена в текущем моменте коснется линии поддержки, вы видите, то тогда вот этот фактор ускорения отменяется, и будем ждать коррекционный откат внутрь вот этого нисходящего канала. Вот этот нисходящий канал. И там интересная ситуация может быть. При недобое верхней границы канала движение вниз будет оправдано с целью разворота этого движения в обратную сторону. И очень важный момент здесь, друзья, посмотрите, пожалуйста. То есть вот эта тенденция сохраняется при любом раскладе. Да? И здесь очень важный момент. Вот эта точка. Вот эта точка для текущей недели является значимой. Точка называется кластер. Ну, я ее так называю. Вот. Это когда в одном месте пересекается несколько уровней поддержек сопротивления. Посмотрите, идеальная точка. То есть, если цена приходит в этот кластер, то, как правило, обычно после незначительного отскока, или, скажем, ну, обычно, если пробивается этот уровень так существенно, то дальнейшее движение приобретает обвальный характер. Либо, если цена не доходит до этого кластера, или, скажем, коснувшись, цена очень сильно отскочит от нее, вот таким образом, то это повод для того, чтобы отсюда вообще возобновить разворот тенденции. То есть сейчас решается вопрос, вот этот вот кластер, что он нам даст?
Но в текущей ситуации тенденция идет вниз, соответственно, повод только для продаж. Для дневного графика, посмотрите, движение вниз имеет бесструктурный характер. Видите, да? Чем грозит бесструктурное движение, понятно. Таким же коррекционным бесструктурным подъемом. Но в любом случае это повод для того, чтобы снова продать, так как цена, это движение будет коррекционным к этой вершине. Вернее даже, да, вот к этой вершине. Так, посмотрим. А, вот к этой решине. Вот, максимальный подъем, после которого сформировалась новая впадина. То есть любой подъем наверх — это коррекция перед тем, для того, чтобы потом снова упасть вниз. Просто вот этот подъем может быть бесструктурный, как вот было при падении вниз. С другой стороны, это же бесструктурное движение цены предполагает, что вот это движение цены может и продолжиться дальше. Вот именно такой характер движения цены может быть, иметь достаточно долгосрочный, как говорится, период. В этой ситуации часовой график нам поможет. Почему? Потому что на часовом графике, посмотрите, мы видим очевидные движения. То есть главное свойство всех движений, да, нужно определять с точки зрения очевидности. Что здесь имеется в виду? Посмотрите, после пробития предыдущей впадины, вот, да, вот, подтвердилось движение вниз, и характер движения цены, вот этого, вот этой движения цены, имеет очевидное движение. В чем здесь очевидность? Посмотрите, пожалуйста, очень важный момент. Вчера, кстати, мы покупку здесь, вот он был отскок, попытка разворота тенденции не удалась, вот у нас структура, которую я вам только что показывал слайд, произошло пробитие, и сигнал реализовался таким образом, на падение. Соответственно, вот он сигнал для продажи. Да? Рынок обновил предыдущую впадину, соответственно, линию мы теперь корректируем вот таким образом. Вот он, этот канал. Я, рынок очередной раз попытался уйти наверх, развернуть тенденцию. Вот он, видите, да? И решается вопрос, если цена при движении вниз цена не дошла до цели, вот, при пробитии, да? Цена выше ценового канала. Сейчас пытается продолжить тенденцию вниз, и вот насколько это удачно будет попытка, сказать сложно. Если цена не пробивает эту впадину и уходит наверх с пробитием предыдущей вершины, здесь формируется вот такой, возможно, разворотный канал наверх. Сигнал для входа в рынок в этой ситуации будет являться пробитие опорной точки, вот этой опорной точки. При сформированном разворотном канале это будет хороший сигнал для того, чтобы встать наверх. И может случиться так, что мы на дне вот этого движения можем встать в очень хорошую позицию наверх, на разворот тенденции. Ну и, соответственно, любое пробитие последующих всех вершин, так называемых опорных точек, это повод для того, чтобы открывать позицию в покупку. Предыдущие все вершины. Это повод для того, чтобы встать наверх. Сформируется к этому моменту разворотный канал. С другой стороны, пока эта ситуация не сформировалась, посмотрите, как относиться к текущему движению. Да? После пробития предыдущей впадины, естественно, данное движение имеет, это движение коррекционное, предыдущей вершинки. К сожалению, вот это движение, вы видите, в нем нет структуры коррекционной, трехволновой. Но, в принципе, по большому счету, это не столь важно при таком сильном движении, потому что такая ситуация уже была здесь, вот видите, да, бесструктурный подъем. Но сигналом для того, чтобы воспользоваться данной коррекцией в плане продаж, посмотрите, как это произошло здесь. Вот это формирование разворотного канала, видите. То есть цена после коррекции попыталась подняться, обновление не произошло, и произошло пробитие предыдущей впадины. Ну и, соответственно, сигнал для продажи. В этот момент, когда цена пробивает предыдущий лоу, это сигнал к тому, что рынок сформировал разворотный канал вниз с целью обновления данной впадины. Соответственно, здесь мы также рассуждаем. Цена вот таким образом скорректировалась. А вот это что? Так, интересная ситуация. Они что, на одном уровне, что ли, находятся? Хай. 97.445. 97.444. Нет, это ниже. Соответственно, вот он, разворотный канал. Здесь уже была попытка развернуться, но она оказалась неудачной. И вот повторный пробой, сигнал для продажи вот здесь. Но сейчас уже продавать поздно, потому что цена находится уже, ну, достаточно глубоко ушла после пробития. Вход в рынок осуществляется при пробитии лоу, вот здесь, вот на этом уровне, с постановкой стопа за предыдущую вершину. Сейчас, если удастся, надо сокращать позицию, плюс выставлять без убыток.
Ну, наверное, их будет сносить ценовое движение. Но, тем не менее, вход в рынок после пробития, при первом пробитии предыдущего лоу. С другой стороны, если цена не обновляет данную впадину, уходит наверх, получается формирование, возможно, разворотного канала, то тогда здесь, в этой ситуации, вход в рынок наверх после пробития данной опорной точки. Ну, собственно, все понятно. Это из часовой разметки, и может случиться так, что мы поймаем разворот тенденции наверх. Очень такая благодарная ситуация. То есть движение настолько очевидно, что здесь можно попытаться поймать и разворот тенденции, и в то же время активно работать в сторону основной тенденции. Так, это швейцарский франк, уходим дальше в японскую иену. Японская иена, викли, посмотрите, корректируется, движение вниз сохраняется. Возможно, будет сформирован разворотный канал, который здесь вот так вот нагло нарисовал сплошную линию. Я его отображу пунктирной, чтобы это, вот это настроение на нас не давило. Где-то здесь может сформироваться разворотный канал. Посмотрим, как он будет формироваться. То есть сейчас это состоялся выход из канала. Здесь будет, возможно, неудачная попытка продолжения тенденции вниз. Если она действительно кажется неудачной, и рынок обновит эту вершину, то тогда разворотный канал и будем ждать вот этого подъема наверх. В текущей ситуации недельный график давит вниз. Дневной график чем опасен? Тем, что цена движется вниз так же, как цена росла наверх. То есть бесструктурно. Видите, да, никакой структуры нету и также падает вниз. Зацепиться здесь абсолютно не за что. И торговать в этой ситуации крайне сложно. Поэтому лучше всего дождаться, когда рынок, если вы смотрите дневной график, сформирует некое подобие структуры. Ну, то есть, чтобы цена двигалась в каком-то канале вниз или в каком-то канале наверх. Здесь этого нету. Частично можно зацепиться за часовой график. И вот посмотрите, да, вот на часовом графике более-менее внятная картина есть. Вот они, эти структуры. Посмотрите, очевидные движения, коррекционный откат, три волны, треугольники, зигзаги, зигзаг, отработка, формирование разворотного канала наверх. Все прекрасно работает. Здесь формировался разворотный канал, вот он фактор ускорения. То есть жизнь идет, как говорится, и наверх можно работать, и после разворотного модели вниз можно продавать. И вот текущая ситуация, посмотрите, что здесь важно. Вот мой торговый план. Основное движение идет вниз, но из-за того, что цена пробила предыдущую вершинку, вот здесь вот прокол, идет плоская коррекция, вот она, видите, да? Но, к сожалению, плоские коррекции я их не люблю, потому что там постоянно формируются эти тройки, которые себя не реализовывают. В этой ситуации, от чего нужно отталкиваться? В этой ситуации нужно отталкиваться из фактора выхода из этой плоской коррекции. Предварительно, перед выходом, чтобы рынок сформировал некое подобие структуры, да, в данном случае разворот. Видите, вот он, маленький разворотный канал сформировался. То есть движение идет вниз, а внизу, вот в этой маленькой тенденции, разворотный канал. Поэтому здесь частично сигнал появился, вот здесь может появиться, если цена возобновит свой подъем, потому что здесь, в этот момент, появится фактор ускорения вот в этой маленькой тенденции. Ну а наиболее надежный сигнал для входа в рынок – это пробитие этой опорной точки, после нее была обновлена предыдущая впадина. То есть это более консервативный вход в рынок при сформированном разворотном канале. С другой стороны, вниз тоже надо торговать. Почему? Потому что тенденция, даже вот эта краткосрочная, она есть. Сигналом для окончательного входа в рынок, более, так сказать, консервативный, это пробитие опорной точки А, Б, С, видите, три волны. И вот при сформированном разворотном канале вниз – вход в рынок осуществляется после пробития данной опорной точки. Есть повод продать. С другой стороны, здесь есть фактор ускорения. Вот он, маленький фактор ускорения. Подтверждение не добудет до цели. И пока что сценарий развивается по этому пути. Поэтому, в принципе, можно искать возможность уже и сейчас продать вот с этих уровней. Да, в случае, если вы поставите стоп вот за эту вершину. Вот. Ну, собственно говоря, каждый решает сам для себя наиболее оптимальный вариант. Для меня же плоские коррекции – это мой нелюбимый фактор, поэтому я эти сигналы игнорирую. Но в любом случае, еще раз, да, друзья, исходите из логики движения цены, да, трехволновые структуры, коррекционные откаты и так далее. Потому что, в принципе, как бы рынок работает и даже вот на мелких таймфреймах, да, в принципе, есть такие моменты. Ну вот посмотрите, с другой стороны, вот он троечка, раз, два, три, вот его пробитие, а как таковая реализация этой тройки не произошла, да. Почему я не люблю вот эти структуры,
плоские коррекции. Вот эти вот тяжелые торговли, очень тяжелые. Поэтому японская иена тоже пока что вне поля зрения. И последнее, золото. Смотрим золото. Золото пытается развить движение наверх, то есть наступление. Посмотрите, тенденция, вот она. Видите, да? Вот она тенденция. Да, выход состоялся из канала. Но вот будет ли разворот вниз или нет, хотя для этого есть, в принципе, техническое основание развернуть движение вниз. С другой стороны, тенденция наверх не завершилась. Рынок вполне может себе позволить новый подъем наверх. В этой ситуации дневной график, посмотрите, сейчас идет глухая консолидация. Пока что говорить о чем-то выраженном движении здесь не приходится, потому что может случиться вот такой вот разворот. Есть для этого основания, да, друзья? А с другой стороны, коррекция это может быть завершилась, и рынок готов уйти еще выше с пробитием предыдущей вершинки. Что в этой ситуации делать, ума не приложу, поэтому раз я не могу пока сориентироваться в этой ситуации, поэтому я игнорирую данное движение. Ну, собственно, все, друзья, на этом я завершаю свой семинар. Извиняюсь, тут есть некоторые проблемы, а на вопрос сейчас отвечать не буду. Встретимся с вами в 3 часа дня на моих базовых принципах. Сегодня основная тема, поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. С вами был Газизов Марат, до встречи в 3 часа.